Ну вот, я исполнила то, что от меня требуют теперь Минюст, Роскомнадзор и все остальные органы государственной власти. А именно сообщила вам, что еще в пятницу меня объявили иностранным агентом. Поэтому, что мы, конечно, будем оспаривать, это понятно. И понятно, что шансов с этим бороться никаких. И тем не менее, мы, конечно, будем. Ну вот. А теперь замечательным образом мы можем перейти к нашей, собственно, сегодня передаче. У нас чудесная тут компания собралась. Это Евгений Альбац, и это передача «Полный Альбац», посвященная ключевым событиям недели, тем событиям, которые будут влиять на политику ближайших недель и месяцев. Сегодня вместе с банкиром Олегом Вьюгиным. Олег Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. А с экономическим журналистом Дмитрием Бутриным. Дмитрий, здравствуйте. И с политологом, колумнистом Андреем Колесниковым. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Мы будем подводить предварительные итоги сезона. Предварительные, потому что, собственно, мы не знаем, что может пройти завтра или через неделю. И тем не менее, мы попытаемся как-то вот понять, что все-таки произошло за этих 5 с лишним месяцев войны, за 25 недель войны, десятки тысяч убитых с двух сторон, 1200 ушедших из России зарубежных компаний, 1000 санкций против секторов российской экономики, конкретных компаний и конкретных персон, а впереди уже совсем близко 7-й пакет санкций, 5 с лишним тысяч закрытых интернет-ресурсов, десятки заблокированных интернет-изданий, как и New Times, который заблокирован, но мы продолжаем работать, просто вам нужен VPN, если вы в России. 3303 административных протокола за якобы фейки разного рода, 4 из них моих, 113 уголовных дел за дискредитацию российской армии, в том числе против политика Владимира Кармурзы и политика Ильи Яшина. Вот таковы некоторые итоги к 1 августу, когда люди традиционно отправляются в отпуск. Собственно, я вижу это по посещаемости канала в последнюю неделю, что многие-многие подписчики этого канала и постоянные зрители этого канала ушли в отпуск. Тем не менее, хочу вам напомнить, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Вся статистика показывает, лишь треть из тех, кто смотрит эти стримы и эти интервью, являются подписчиками канала. Ставьте лайки, так работает алгоритм Ютуба, и чем больше смотрящих и лайкающих, тем чаще робот предлагает канал другим зрителям. Спасибо всем, кто помогает каналу. Внизу линки на Patreon, на Boosty, DonatPay, и вы можете стать также членом клуба друзей канала. На прошлой неделе главным событием стала трагедия в колонии в Елиневке, в которой то ли ракетой, то ли взрывом был сожжен барак с военнопленными. 50 человек погибло, десятки раненых. Военнопленные были украинские солдаты и офицеры, в основном из полка Азов, который под гарантией Организации Объединенных Наций сдавался в плен. Существует три версии. Министерство обороны утверждает, Российской Федерации утверждает, что это был удар ракеты с украинской стороны. Ну, промахнулись и попали в колонну. Она всего лишь в 10 километрах от линии фронта. А власти Украины винят российские войска, причем что любопытно, что обе стороны в качестве мотива предлагают версию, что это одну и ту же версию, что это сделано, чтобы военные боялись сдаваться в плен. Наконец, третья версия, что это был взрыв внутри барака, дабы скрыть хищение средств колоний, которые отпущены были на военнопленных, но их украли, а должна была приехать какая-то проверяющая комиссия, то ли из Москвы, то ли еще откуда. Министерство обороны Российской Федерации, как сообщалось, пригласило к расследованию международных экспертов из Организации Объединенных Наций, из Красного Креста. Но сегодня как раз украинский Красный Крест сообщил, что его экспертов в колонию не допустили. В социальных сетях обсуждают самые разные версии, обсуждают всякие, как такая термобарическая ракета, или это ракета из установки залпового огня, или еще какая-то. В общем,
куча всяких версий догадок, но настоящей фактуры пока ноль. Как только появятся данные расследования, можно будет к теме вернуться, и мы обязательно это сделаем. Еще раз подписывайтесь, ставьте лайки, а я задам первый вопрос своим гостям, которые уже, конечно же, устали от моего спича. Итак, что произошло с Анатолием Чубайсом, которого госпитализировали в реанимацию клиники на Сардинии вчера? У вас какие есть версии? Андрей Колесин. Ну, вы знаете, естественно, первое, что пришло в голову всем, что это отравление. И, в принципе, в том кругу, в котором мы вращаемся, других как бы версий, собственно, не существует. Хотя, ну, наверное, можно предполагать, что могло произойти что-то другое. Ну, уж очень серьезная фигура, очень серьезные претензии того режима, который сейчас в стране к нему существует. Очень забавно смотрела сегодня комментарий Пескова, который сказал, что Кремль очень сочувствует Чубайсу, если ему понадобится помощь, то эта помощь будет оказана, главное, чтобы он обратился, вот не дай бог, собственно, получить помощь какую-то от Кремля, эта помощь может оказаться в буквальном смысле летальной. Ну вот, я бы сказал так, единственное, что вот из этого как бы сюжета вытекает, симптоматика, да, что все сразу подумали на то, что это сделал, ну, назовем это политический режим, да, вот там есть разные как бы акторы, разные игроки, силовики и так далее, да, совершенно не обязательно Путину давать команду на уничтожение того или иного персонажа, внутри системы есть достаточное число источников такого рода действий, которым это будет прощено, в конце концов, если что-то плохое произойдет. Даже если это не так, симптоматично то, что все так подумали. Вот пока вот единственный вывод, который можно из этого, политический вывод, который можно из этого сделать, медицинский вывод мы не можем сделать, у нас недостаточно информации. Мы знаем только то, что это в Италии, что он сейчас в клинике, что ему немножко лучше и так далее и тому подобное. Дмитрий Бутрин, что говорят у вас? Да ничего у нас не говорят, на самом деле, на удивление мало обсуждается, хотя, в общем, должно было бы обсуждаться больше. Черт его знает, я не знаю, собственно, что произошло. Если это произошло на Сардинии, то я скажу, что, в общем, в течение недели, наверное, производство-то маленькое, население-то мало, чужие там ходят в очень ограниченном количестве. Информацию, если это будет отравление, да, там, я думаю, что итальянская полиция выдаст подозрения, какие-то подозрения выдаст довольно быстро. Но я, если честно, сразу не про это подумал, мне такое и не пришло в голову, а пришло мне в голову довольно простая вещь. Я плохо знаю Анатолия Борисовича, но, в принципе, там реконструируя, что у него в голове, я понимаю, что как это, от таких мыслей, говорю, в голове у Чубайса, еще, наверное, у человека 500, которые реально много участвовали в создании и развитии российской государственности, в общем, от этого можно заболеть самой аутоиммункой. Со здоровьем у людей не очень хорошо, и не потому, что они там плохо ели, да, там или много трудились, а потому что то состояние, в котором находится эта часть общества, это тоже часть общества. Оно, конечно, весьма депрессивное, ведь и Чубайс, и много кто тоже не знает, что делать. Они тоже плохо спят, они тоже просыпаются, они тоже смотрят телеграм-каналы с утра, они с этим живут в течение следующих суток, до следующего просмотра телеграм-канала с утра. Не фокус заболеть. Олег Вячеславович, что вы скажете? У него диагностировали болезнь Гийома-Барре, которая может быть определена очень широким кругом причин, в том числе от вакцинации и от перенесенной инфекции. То есть пока доктора, которые сейчас о нем заботятся, не придут к каким-то выводам все-таки об источниках заболевания, наверное, можно действительно придумать очень много версий. Но я вот согласен
С тем, что, конечно, я не думаю, что у Анатолия Борисовича очень хорошее настроение сейчас и было. Хотя это была и Сардиния, какая разница. Вот. И, конечно, суть этой болезни, которая проявляется в том, что собственная иммунная система начинает атаковать определенные там клетки нервные. И в результате там вот были те симптомы, которые мы все знаем. Надеюсь, ну, во-первых, что Анатолий Борисович выздоровеет, и это, в общем, врачи говорят. Вот. И, во-вторых, все-таки причина будет врачами установлена. И тогда будет меньше гипотезы разговоров. Ну, окей, вы очень дипломатично ответили на этот вопрос. И я вам должна сказать, Олег Вячеславович, что вот я совсем недавно разговаривала с одним когда-то очень высоким чиновником и сейчас тоже не последним человеком в российской номенклатуре. И он совершенно без всякой подачи с моей стороны довольно тревожно говорил о том, что общество совершенно не отрефлексировало использование отравляющих веществ типа «Новичок» против тех, кто могут не нравиться Кремлю. И в голосе его была совершенно неподдельная тревога. И я знаю ни одного, и ни двух, и ни трех людей, в том числе, вероятно, где-то близких к списку Forbes, которых эта ситуация чрезвычайно напрягает. И ну, в этом смысле то, что вчера появилось в канале, в телеграм-канале, связанном с Ксенией Собчак, откуда пришла эта, собственно, новость, то, что она говорила с супругой Анатолия Борисовича Чубайса. И там было сказано, что полицейские в специальных костюмах химзащиты обследовали комнату, где Чубайсу стало плохо, у него начали отниматься там руки и так далее. Ну вот, ну хорошо. 25 недель войны. Вот где, в какой точке нашей истории, весьма трагической, как вы считаете, мы сейчас оказались в политике, в экономике и в международной жизни? На что это сейчас больше всего похоже? Потому что приходится все время слышать и читать, ой, это уже, так сказать, 37-й год там, или еще что-то такое. Вот мне интересно, что вы скажете. Андрей, можно опять с вас начать? Ну, это, безусловно, антропологическая катастрофа, то, что произошло. Это катастрофа не только государства, хотя прежде всего государства, это того, что называется обобщенная власть. Это катастрофа и общества тоже, которое приняло то, что сделало государство, ну, в массе своей. Да. Катастрофа, связанная с тем, что происходит одичание, архаизация массового сознания, государственного сознания, опять же, прежде всего, но все это как бы проецируется на общественное настроение, в том числе на то безразличие, в которое впало сейчас общество. Это такая психологическая защита от того, что происходит уже слишком долго и никак не закончится. Общество погрузилось в частную жизнь, в рутину, огрызается. Частично часть общества приковано к ток-шоу кремлевским и, собственно, находится под этим излучением и фактически, не имея собственного мнения, заимствует те мнения, которые транслируются. Очень трудно быть на стороне зла, хочется быть на стороне добра. Методом войны мы устанавливаем мир, мы освобождаем мир от заразы, внезапно появившейся. Это и в каком-то смысле, ну, сейчас легко говорить, естественный результат развития государства и общества, которое происходило последние более чем 20 лет. Конечно, все-таки этот итог был несколько неожиданным. И представить себе, что такое вообще в современном мире может произойти, было довольно сложно, но оно произошло. Но то, что зерна произошедшего, собственно, проросли очень давно, ну, не позже 2001 года, я не знаю, 2003 уж точно, да, вот это вот движение к архаизации, к огосударствлению той же самой экономики, к очень архаичным методам управления государством, бесконечные запреты, все это уже наличествовало, да. Режим
мягко говоря, ультраконсервативный, уже наличествовал очень давно. С его национализмом, с его империализмом, что очень важно, с его культом вождя и так далее. Все это было, все это как бы принимала государственная элита, абсорбировала это, надеялась на лучшее, все это принимало общество, потому что, в принципе, рыночная экономика позволяла, ну, более-менее жить нормальной жизнью, особенно в больших городах. А в результате мы, несмотря на всю условность исторических аллюзий, ну, я бы сказал, мы не в 1937 году, а где-то, так сказать, в гораздо более, по-своему, худшем времени, это вот 48-й, 49-й, 50-й, 51-й, когда все шло, ну, просто, ну, к государственной катастрофе, да. Вот эти все национал-предатели, которые у нас введены в оборот первым лицом, пятая колонна, вообще возможность вот того языка ненависти, который сейчас стал новой нормой, это очень напоминает вот эти, как бы, так сказать, языковые границы, расширившиеся именно того времени. Это враждебность по отношению ко всему остальному миру, это попытка, значит, расширить собственное жизненное пространство, Lebensraum, так сказать, вот эти все империалистические подходы словесные и практические, да, суверенитет, безопасность, бесконечные запреты, всего, все это, ну, действительно катастрофическая такая, как бы, штука. И мы находимся в той точке, когда, ну, невозможно на самом деле ответственно предсказывать что-либо, что будет дальше, да, в каком направлении это пойдет, что будет с нами со всеми через минуту. Не то, что завтра или там послезавтра, просто вот через минуту. Вот, наверное, примерно так это все выглядит. И, ну, может быть, были хуже времена, да, как сказано в одном поэтическом произведении, да, но не было подлее, все-таки подлых времен было очень много, но такое ощущение, что мы ходим по некому порочному историческому кругу и опять попали в некую такую очень серьезную историческую ловушку, из которой пока на самом деле не видно выхода. Вот в чем, собственно, проблема. Да, вот было брежневское время, была глухая стена, когда ничего другого мы не знали и думали, что это будет происходить бесконечно. Но это было в некотором смысле уютно-спокойная такая бесконечность. Да? Глухая, депрессивная, но спокойная. А сейчас она глухая, депрессивная, крайне беспокойная, крайне, как бы, чреватая паническими атаками для всего общества с непонятными последствиями для него. В этом смысле это, конечно, ну, тяжелейшее время, безусловно. Последние там полвека уж точно. Спасибо. Итак, Андрей Колесников говорит, что мы оказались примерно в 48-51 году. Это мы помним, это, значит, борьба, дело врачей-вредителей, борьба с космополитами, разговоры о том, что Советский Союз может начать Третью мировую войну, начать войну с Европой. Окей. Дмитрий Бутрин, Олег Вячеславович, какие у вас варианты? Ну, мне сказать? Да, спасибо. Смотрите, я с экономической, как бы, стороны тоже хочу отметить, что это такой, если не нокдаун, то есть если не нокаут, то нокдаун, потому что все-таки вот этому росту экономическому с 2000 года вплоть до вот 2021 года страна была обязана некоторой такой моделью экономического развития, которая была построена на таком мощном экспорте, развитии экспорта, пусть это даже сырье там, и передел первый, там, и не самые, как, конкурентоспособные товары, но они нужны миру, по крайней мере. И одновременно российская, как бы, экономика, несмотря на все проблемы, потихонечку впитывала технологии, которые заимствовала, впитывала и даже пыталась развивать технологии, которые в мире являются передовыми. Ну вот, скажем, IT-отрасль российская, про нее всегда вот говорят, что она там конкурентоспособна. Это один из примеров. Их, правда, немного, но они есть. И вот это было основой того, что произошло вот такое практически удвоение ВВП, вал внутреннего продукта, существенный рост благосостояния людей, если сравнивать там с 90-ми.
И вот сейчас эта модель подвергается, в общем, такому существенному разрушению. В основе идеи как бы этого разрушения лежит то, что российская экономика способна переориентироваться на азиатское направление, что, в общем, не принесет таких плодов, я вот мягко скажу, не принесет таких плодов, какие принесла ориентация России на западную экономическую систему. Это все хорошо понимают. Это просто способ смягчить и выжить на сегодняшний день в рамках тех ресурсов, которые страна обладает. И вот в этом смысле, где мы находимся, если по времени, ну, даже не могу сказать, это очень, это необычная очень ситуация, такой не было. Это и нельзя применить к ситуации после Октябрьской революции, когда там действительно, да, было, но там действительно тоже был слом как бы существенной экономической системы царской России. Да, может быть, но все-таки там и произошло изменение вообще как бы такого экономического уклада, то есть от рыночной экономики, какой бы она ни была, к государственной, к регулируемой и так далее. То есть тоже сравнение хромает. Вот мне не с чем это сравнить, ситуацию, которая сегодня. Она вот в каком-то смысле уникальна. Ну, а в других странах? В других странах? У меня как-то в голове одни позитивные примеры, когда все было наоборот. Когда как раз успешный как бы, результат был достигнут за счет переориентации на наиболее развитые прогрессивные экономики, развитие с ними торговли, технологического взаимодействия и так далее. Вот как-то так, не могу привести пример. Дмитрий Бутрин, ну, вы знаете, я хочу сказать как можно меньше по очень простой причине. Все наши сравнения, они очень ожидаемые. Да, там, если я начну говорить, что у нас тут спад, катастрофа и так далее, с одной стороны, будет банально, да, там, потому что в каком-то смысле это действительно катастрофа, и никуда от этого не денешься. С другой стороны, штампы, которые мы используем в мышлении, да, там, по поводу того, как выглядит катастрофа, людей сейчас заставляют там огороды вспахивать в Нижегородской области, картошку выращивать. Понятно, что в нынешних экономических условиях выращивание картошки на огороде – это занятие, в общем, идиотическое. Да? Картошка получится в 5 раз дороже, да, там трудозатрат не будет в 10 раз дороже, чем мы ее можем купить на рынке. На рынке мы ее сможем купить, безусловно. Вот, может быть, турбину для северного потока не купим, а уж картошку, я не думаю, что рыночную экономику возможно свернуть даже за 2 года в такое состояние, при котором картошки не будет. Неважно. Поэтому мне не хочется каких-то сравнений, а если говорить про сравнение, на что все это похоже, вот смотрите, у меня всю жизнь, да, там, лет 20, все время в голове происходило одно и то же сравнение двух китайских городов с китайским преимуществом населением, это Сингапур и Гонконга. Мне в Гонконге всегда очень нравилось, потому что Гонконг, он такой, он, несомненно, да, там, под контролем Коммунистической партии Китая в значительной степени. С другой стороны, там абсолютно рыночная экономика. Там абсолютно свободные люди, с очень своеобразной культурой и так далее. А Сингапур – это такое очень независимое, очень суверенное государство, которое всю жизнь жило противостоявшее в идее противостояния потенциального, да, там, силам захватчиков из Малайзии, которые захватывать не собирались, прямо скажем. И где есть вертикаль власти, некоррумпированный некоторый идеал. Да, там относительно некоррумпированная власть, очень хорошо все работающее и так далее. Я очень хорошо помню, как мы ехали в Сингапуре на такси с женщиной, таксистка женщина, там это не часто, и она мне рассказывала про какую-то жизнь в Сингапуре, ну, в общем, обычно сингапурскую жизнь, а потом так себя ударила по рту и говорит, что я разболталась. Я говорю, а что такое? Она говорит, да партийные потом будут спрашивать, не болтали ли, а у нас все пишется. Я говорю, погодите, вот эта прекрасная ваша экономика, да, там, она основывается в том числе на том, что у вас в машине все пишется, и потом на партсобрании лидеры национальной партии будут вас спрашивать, какого черта вы трепались с иностранцем. Она говорит, ну, вообще, да, были такие случаи, не часто, но были. Как это? Вот мы все рассказываем друг о друге, как будто мы живем в Гонконге, да, там, у нас проблема немножко другая, мы живем в Сингапуре, скорее. Вот про Советский Союз все говорили, что про некоторые идеалы движения, те, кто нас движет в какое-то некоторое
финальное общество. Про Советский Союз все говорили, что это верхний вольт с ракетами. А нынешняя Российская Федерация – это такой Советский Союз с джинсами. Интересная штука, да, там, говорить, да, не жду я никакой такой катастрофы, да, там, говорить, которая не позволит, да, там, говорить, ну, которая позволит большинству населения Российской Федерации говорить, мы живем бедно, мы живем плохо, дайте нам рыночную экономику. У нас никто не сворачивает рыночную экономику, у нас политические проблемы. Мало того, я боюсь, что нынешняя структура экономики, даже государственная экономика, она у нас в значительной степени все-таки государственная, она позволит поддерживать довольно высокий уровень жизни. На уровне Восточной Европы позволит. С большой дифференциацией, с проблемами в провинции, это я все понимаю, да, там, но сильно не упадем. Проблема только в том, что мы чем дальше, тем лучше понимаем, что дело не в количестве квадратных метров, и дело не в марке автомобиля, которую мы можем купить на кредит в банке. Да, там какая-то проблема в чем-то другом. Было ли отсутствие политической свободы в Советском Союзе проблемой для значительной части населения? Историки по-разному на это отвечают, но я искренне верю в том, что оно вызывало тошноту у всех. Вот у меня сейчас тошнота достаточно сильная, потому что я чувствую прежде всего наличие большого количества экономических свобод при отсутствии политических. С экономикой у нас... Я бы не стал обсуждать экономику. Там не будет таких проблем, о которых мы говорим. Я бы обсуждал политику. Политически... Один политический режим всегда не похож на другой. И тут бессмысленные аналогии. Можно сравнивать Путина с Муссолини, можно сравнивать, не знаю, Чубайса с Пальмиро Тольятти. Да, там хоть это будет так же осмысленно. Хоть одно и то же. Нужно говорить по существу. По существу, ну, давайте говорить, на что это похоже. Только без аналогий. Аналогии только запутывают. Окей. Кто-нибудь хочет ответить Дмитрию Бутрину? Да, я бы отметил только вот что. Вот Сингапур, действительно, да, очень хороший пример. Знаете, в чем разница? Вот в том, что вся та политическая система Сингапура, она решает экономическую задачу. То есть прагматика, на первом месте стоит экономика. А политическая система подстроилась под эту экономику. Ну вот работает вертикаль власти, как вот было сказано. Ну работает, но ведь Сингапур-то процветает, и там очень четкая модель экономики. Это хаб, это большой торговый хаб, это финансовый хаб. Он очень четко пристроился там к мировому движению товаров и капитала Китай, западный мир. То есть все очень тщательно продумано. Почему при этом нужно использовать вот политическую систему, которая ограничивает права граждан политические? Ну, это же работает. Ответ очень простой. Это работает. Вот и все. А в России, если про нашу страну говорить, у меня складывается впечатление, что экономика не является приматом. А вот в политическом как бы мире, вот в тех политике, которые решают задачи, они не решают экономические задачи. Они решают некие политические задачи, которые им кажутся разумными для страны, нужными. А экономика должна выдержать эти или подстроиться под эти политические задачи. Вот это вот большая разница. А есть вертикаль власти? Нет, это не важно. Главное, что да, экономика рыночная, с ограниченными свободами политическими. Но телега впереди лошади стоит. Спасибо. Андрей. Я бы был готов спорить, но это мы в процессе и будем делать. Окей? Ну да. Я только хотела бы просто заметить, что Гонконг был относительно свободный, даже когда Китай объявил, значит, одна страна, две системы, вплоть до последних двух лет, когда началось массовое давление, когда начались аресты, и сейчас в Гонконге арестованы все политические активисты. Все просто. Арестован владелец крупнейшей независимой газеты. Арестованы лоеры, которые их защищали. Великобритания предоставила сингапурцам право переезжать в Соединенное Королевство, потому что оттуда люди бегут из Гонконга. И мы в ближайшее время будем наблюдать, как вот это замечательное, значит, город, этот замечательный город-государство начнет постепенно осыпаться.
Что касается Сингапура, то это действительно авторитарная страна, в которой управляет, это город-государство, в котором управляет корпорация, и в которой довольно жестко там бьют бамбуковыми палками людей, которых поймали с наркотиками. И в известной мере этот авторитаризм объясняется страхом, значит, китайского большинства, что Сингапур будет сметен различными, значит, окажется под ударом от других стран, которые окружают его, потому что ну, это просто город, не более того. Вот. Ну, там, да, там человеку с какими-то представлениями о свободах довольно, наверное, трудно было бы жить. Хорошо, о конкретике. Новость сегодняшнего дня. Олег Вячеславович, по вашу душу. ЦБ продлил еще на полгода ограничение на снятие наличной валюты. Вот объясните мне, пожалуйста, я бесконечно читаю, какая проблема для экономики и для экспортеров крепкий рубль. И что вот надо его там ослабить, и что вот для российской экономики 70 рублей за доллар – это адекватная цена. Почему тогда Центральный банк не дает людям воспользоваться их деньгами и принуждает обменивать валюту по совершенно грабительским курсам банков? В Россию сейчас нельзя ввести наличные доллары и наличные евро. Это запретили центральные банки этих стран. То есть они не выдают эти наличные, если их пытается российский банк купить и ввести в страну. Поэтому как бы внутри страны находится некое фиксированное количество валюты, но оно там плавает, кто-то уезжает за границу, вывозит вот эти 10 тысяч, которые разрешены, а кому-то, наоборот, нужны рубли, они какие-то там свои валютные запасы продают. Ну вот в целом там 80 миллиардов долларов вращается внутри страны. То есть если бы даже Центральный банк разрешил это делать, то мы бы не смогли, люди бы не смогли приобретать эту валюту, потому что ограниченное количество. Это, пожалуй, самый главный мотив. Вот, потому что реально безналичные это переводы Центральный банк разрешил делать аж на миллион долларов в месяц. То есть на самом деле здесь нет мотива, что в наличных деньгах что-то вывезут из России. Так это для своих и сделано. Олег Вячеславович, у нормальных людей нет миллиона долларов на счетах, чтобы перевести. Ну, можно же и тысячу перевести тогда, если миллион можно. То есть речь идет о том, что вот все-таки главная причина – это отсутствие наличных долларов в стране достаточного количества. Угу. Окей. У нас система, еще один вопрос вам. У нас система сейчас множественных курсов, так я понимаю, как это было при советской власти? Ну, скажите, вот какой более-менее реальный курс рубля к доллару и рубля к евро? Потому что банки, например, там обменивают доллар по 55 рублей, 56 рублей. А если вы идете в обменный, значит, в отделение банку, который там, этот обменный, значит, соответственно, киоск, то это может быть от 61 до 65 рублей за доллар. А реально, вот сколько на самом деле стоит сегодня рубль? Ну, смотрите, мы сейчас, может, попытаемся к этому прийти как бы без там моего жесткого утверждения. Значит, что происходит с ценой рубля сегодня? Его пытаются определять на бирже. За счет того, что на бирже высокая ликвидность, и там сходятся все желающие купить и продать валюту. Но если реально посмотреть, то на самом деле российским банкам очень сейчас неприятно и сложно иметь дело с долларом, потому что есть угроза полного отключения их корсчетов. И эта угроза висит, и она пока не реализуется исключительно благодаря тому, что российский экспорт газа и нефти пока нужен. И поэтому расчеты должны идти, а значит, какие-то корсчета иностранных банков должны быть открыты и работать в иностранных банках. Вот. А поскольку банки не очень хотят иметь дело с долларом, кроме тех, которые авторизованы, типа как Газпромбанк, они устанавливают огромный спред.
они не хотят давать возможность покупать доллары людям по курсу близкого к биржевому. Они его там опускают, чтобы отбить эту охоту. И, соответственно, продавать доллары они тоже стараются достаточно выше курса, который на бирже. Вот это такая ситуация. И это означает, что да, и рынок, и действительно из-за того, что наличные доллары нельзя купить, поскольку их не хватает, то, естественно, что курс наличных отличается от курса биржевого. То есть практически, да, у нас есть два курса. Есть курс наличных иностранной валюты и курс биржевой, который, ну, он соответствует реалиям, которые связаны с тем, что экспорт пока дает хорошую выручку, а импорт очень сильно просел из-за того, что трудно рассчитываться, из-за того, что компании многие не хотят работать с Россией. Ну, все эти причины уже не раз назывались. И очень хороший положительный сальдо платежного баланса. Естественно, центральный банк отбивается от этих долларов. Разрешено российским экспортерам не ввозить иностранную валюту в страну, а держать где-то за рубежом, с тем, чтобы рубль ослабевал. А этот мотив слабого рубля, он вообще очень любопытный. На самом деле, прежде всего, слабый рубль нужен Минфину, поскольку в этом случае у него больше рублей, и, собственно говоря, он может больше их потратить. Еще некоторым экспортерам, у которых сейчас проблемы из-за ограничения поставок по экспорту, как у металлурги на первом месте, и цены упали. Но это не значит, что нужно сделать слабый рубль для того, чтобы они получали какую-то прибыль. Это значит, что им надо перестраиваться. Мы же сами затеяли всю эту байду. Значит, надо перестраивать все основные отрасли, исходя из новых реалий. Поэтому на самом деле, а людям, конечно, нужен не слабый рубль, потому что все-таки по-прежнему какие-то связи с внешним миром сохраняются, и экспорт, и импорт будет хоть и параллельным путем, но он все равно будет идти в Россию. И чем он будет дешевле строить, тем лучше людям. А вот то, что банки устанавливают комиссии за то, что они на своих счетах держат ваши доллары и евро. Это почему вообще? Они хотят избавиться от этой валюты. Это доллар, евро. Чтобы... Подождите, вы говорите, мне только что сказали, что у нас недостаточно наличной валюты, поэтому нам не разрешают снимать. И одновременно вы говорите, что банки хотят избавиться. В этом нет противоречия? Нет, противоречия нет. Банки боятся, что... Что значит... Некий банк держит валюту на своем балансе, доллары. Это значит, что он или имеет корреспондентский счет в иностранном банке, на котором, собственно, эти доллары лежат, только они помечены как собственность этого банка. Либо он держит эти доллары через кого-то. А через кого? Ну вот через, через другой российский банк, а у него та же самая история, у него тоже курс-счет. И таким образом получается, что он несет риск блокировки этих счетов. Такой риск существует, потому что могут быть введены санкции. Помните, как вводились санкции против российских банков? Сейчас процесс приостановился. У них замораживались эти как раз корреспондентские счета, и они теряли клиентские деньги. Значит, они же теряют клиентские деньги. Значит, по ним надо отвечать. Поэтому, если такая ситуация складывается, то лучше потихонечку избавиться от таких обязательств. Вот вся история. Понятно. Ну и добавлю к этому. Да, там дело в том, что понятно, что банк, который возьмет себе валютный депозит, должен будет вложить его в какой-то валютный пассив, какой-то валютный инструмент, на котором он заработает деньги. Он не просто так держит. Он надо зарабатывать доходность. Вот никаких валютных инструментов, в которые он может вложить, в настоящий момент нет. Да, поэтому все, что он может сделать, взяв валютный депозит, это потерять на этом. Да, потому что какие-то деньги на учет, на ведение счета все-таки расходуются, да, а прибыли с этой валюты получить не может никакой, потому что нет никаких валютных инструментов. А что касается общего курса доллара, тут есть еще один момент. Есть в стране
огромный, на десятки, даже, может быть, на сотни миллиардов долларов спрос на валюту. Это замороженные активы иностранцев, которые вкладывались в Россию, в российские инструменты. Они заморожены. В тот момент, когда они будут разморожены, этот спрос активизируется. Да, я думаю, что это никак не меньше, чем 80 миллиардов долларов, которые находятся у нас в наличке. И это всегда вот такой слон в комнате, которого все обходят, да, там, курс рубля равновесный. Он должен включать в себя, да, там, эти деньги, которые отсюда просто не выпускают, да, там, и все. В тот момент, когда будет разрешено уводить эти деньги, конвертировать их туда, ну, курс упадет, ну, он бы упал бы, да, там, ну, как минимум до 110, да, там, долларов, куда бы он делся при таком оттоке, а может быть и больше. Но поскольку их не выпускают, ситуация остается замороженной. Поэтому и не выпускают, правильно я понимаю, что ровно нет, поэтому... Нет, не выпускают их ровно потому, что у нас арестовали половину золотовалютных резервов. Поэтому разговор в Минфине идет очень простой по этому поводу. Сначала вы разморозите наши ЗВР, а мы разморозим здесь ваши активы. На самом деле немножко такая, видите, это тоже некоторое упрощение, не только внешней политики, но и экономики. Да? Как будто существует на свете некоторый Запад, коллективный, который является консолидированным, да, там, контрагентом с Россией. И вот Запад у нас арестовал часть наших денег, а мы тогда у Запада арестуем его активы здесь. Если бы какой-то Запад реально существовал, нет никакого Запада, да, есть инвестиционный банк, есть фонд и так далее, да, он тут при чем? Он что, агрессивный блок НАТО? Но в нашем Минфине очень четко считают, что это агрессивный блок НАТО, все, что за границей, они иностранцы. Они против нас. И это, конечно, культурно-то наиболее интересный тренд, да, там, как мы все совершенно прекрасно воспринимаем эту логику, что за границей живут иностранцы, а мы живем здесь. А поэтому у нас две стороны конфликта, да, там нет никаких составляющих. А мы все должны сплотиться здесь или уже давно уматывать там, туда. И тогда все становится ясно и понятно. Эту логику воспринимают абсолютно все. И это очень плохо. А могут национализировать эти средства иностранцев? Так, как это было после 2017 года, например? Потихонечку, в общем, это, наверное, будет происходить. Но, во-первых, они висят замороженные, да, там какие-то не приносят дохода. Во-вторых, я думаю, что это будет напрямую зависеть от того, что будет с замороженными российскими средствами, потому что я, наверное, никого не удивлю, если скажу, что Великобритания, Канада, отчасти Евросоюз обсуждают, в общем, примерно такое же отношение к замороженным русским деньгам. Да, там, для них тоже, в общем, это средства русских олигархов, средства русских компаний. Они являются некоторой категорией, которую неплохо было бы поднаправить на восстановление Украины. Я думаю, что если это произойдет, ну, не фокус будет с национализацией здесь. Да, там, пока что те компании... Значит, есть еще один сюжет, это с уходом западных компаний из России. Пока что откровенной национализации того, что они здесь отсюда не могут вывести никаким образом, не происходило. Происходят пока какие-то сделки. А это не совсем сделки. Я больше чем уверен, что никакой Тимати ни рубля, да, там, за активы франшизы Starbucks не заплатил. Так же, как я уверен, что была безденежная абсолютная сделка по Макдональдсу. Это такое, делаем вид, что ведем бизнес, да, там вот вы держите, а потом разберемся. Да, когда это будет потом, мы посмотрим. Тем не менее, да, там национализация напрямую не происходит. Понятно, что это сделать под давлением. Причем под давлением, я полагаю, что с двух сторон, да, там, под давлением общественного мнения на Западе и под давлением правительства здесь. Но это все сделать под давлением. Могут национализовать, да, там, это такие процессы, которые вполне предсказуемо, хотя, может быть, мы до этого и не доживем. Да, кстати, это что касается финансовых активов, то практически же это значит активы, которые вложены в ценные бумаги, акции, облигации российские. Их-то практически все компании уже списали на Западе. То есть все эти крупные фонды, они это все пустили под списание, уже национализируя, не национализируя, разницы нет. Что касается реальных активов, то я совершенно согласен. Потому что на самом деле, как бы последний даже случай, АБИ за 1 рубль продали, как бы продали. И это на самом деле для компаний, которые действительно решили уйти, это самый нормальный выход. Потому что если они бросают свои активы, то возникает огромное количество исков. И от занятых, от трудящихся на этих компаниях, и от кредиторов, если они есть, и от арендодателей, если они есть. То есть они есть.
Вот, поэтому, конечно, это вот нашли, нащупали оптимальный способ. Это не национализация, потому что формально частные инвесторы, частные владельцы появляются. Ну, вот такой как бы тоже феномен интересный, который в историю войдет и в книгах будет. А почему иностранцам, у которых есть здесь недвижимость, квартиры, особняки, и если они из недружественных стран, почему им не разрешают продавать свою недвижимость? Вот объясните мне, я тоже не понимаю, почему это так? Насколько я понимаю, продать можно, вопрос вывести средства. Есть правительственная комиссия, которая решает... Ну да, вывести средства, ну да. Почему? Почему? Не знаю. Ну как вот, так решили. Ну нет, ну понятно, подоплёга под этим понятная, вот только что о ней Дмитрий говорил. Окей. Хорошо, следующий вопрос. Цены. У меня есть собственный функционал для отслеживания роста или снижения цен. Это магазин доставки продуктов и промтоваров «Утконос». Там, если я на протяжении уже многих лет заказываю там, значит, различные товары, и там сохраняются заказы. Таким образом, я могу посмотреть, что происходило с ценами. Не первый раз это делаю уже. Так вот, перед войной я заказала товары аккурат вот за день до начала войны, 23 февраля. И поэтому у меня идеальная совершенно возможность сравнить цены, которые были на момент 23 февраля 2022 года и сейчас. Рассказываю вам. Финики подорожали на 34%, шпрота на 19%, горошек в банке на 13%, сок на 10%, вода питьевая на 30%, вообще не поняла. Кефир, тоже странное дело, почти на 30%, 29,6%. Различные сангогенические принадлежности в среднем от 24 до 47% дорожания, и пропало огромное количество, значит, средств для уборки, стирки и так далее, просто исчезли. Но те, что остались, и можно сравнить, там какая-нибудь туалетная бумага или зубная паста, значит, рост, как я сказала, от 24 до 47%. Что подешевело, это сезонные овощи. Почти в два раза огурцы, помидоры, трава. Прокомментируйте, пожалуйста. Опять, доллар упал. То есть, да, доллар упал, а мы привыкли, что это как-то связано. Что такое происходит? Сначала-то рубль упал. Так. У нас экономика такая. Если рубль падает, то тут же все цены вырастают примерно на ту величину, на которую рубль упал. Вот это какой-то прям рок. Экономический рок. Но на самом деле он говорит о том, что российская экономика, она не конкурентоспособна. Вот и все. И что получилось? Рубль упал. Кстати, ну, не будем говорить там на пике, когда было 120, 100, 130, а так как бы в среднем, он упал на где-то 40-50%. И это задало тренд движения цен на импортные товары меньше, естественно, но импортных товаров стало меньше, но российские производители, российские поставщики тоже все увеличили в соответствии с падением рубля. Ну, грубо. А сейчас любопытно, что все столкнулись с тем, что рубль-то, оказывается, укрепился, он, оказывается, не такой, а цены назад не ходят. То есть они ходят, но им очень трудно назад ходить, если это не сезонный ход. Вот, собственно, сейчас Центральный банк как бы отжимает эту ситуацию максимальным способом с тем, чтобы заставить все-таки уйти цены от там 40-процентного скачка хотя бы к такому 10-15-процентному. Ну, и еще надо, конечно, всегда хорошо понимать, как меряются цены, как индекс меряется. Скажите мне, пожалуйста, я уже которую неделю слышу про дефляцию. То есть у нас не инфляция, а дефляция. То есть цены должны падать. Но мой эмпирический индекс в Утконосе никакой дефляции не показывает, а показывает продуктовую инфляцию и еще больше, конечно, инфляцию на товары с какими-то, видимо, иностранными компонентами. Ну, тут мы попадаем в ситуацию, когда
ну, либо верим, либо не верим. Есть два способа определения индекса цен. Можно его, это же всегда некая взвешенная величина по группе товаров. Можно взвешивать по группе товаров с учетом изменившегося структуры потребления покупок, а можно зафиксировать эту структуру, и будет совершенно разный эффект. Вот Ромир, который вот, примерно делает такие исследования, как вы, только он это делает на хорошей профессиональной базе, он утверждает, что вот если считать с учетом неизменности структуры потребления, то это где-то 40% рост цен. Mm-hmm. Ну вот как бы где-то, видимо, все посередине. Вот. Что касается все-таки вот сегодняшней ситуации, ну я скорее ближе к тому, что действительно дальнейшего роста цен мы не должны наблюдать. В ближайшее, во всяком случае, время, пока не изменится режим курса рубля, что будет связано с всяческими эмбарго на российскую нефть, на российский экспорт и так далее. Окей. Вот как раз мы и подошли к этой замечательной теме. Давайте я вам метафору выдам немедленно. Да, там, а то это так сложно. На самом деле мы как-то очень привыкли за 20 лет, что экономика – это в центре, и в экономике все разбираются, все уже устали разбираться в экономике. И стали работать на чистых метафорах. Давайте я дам метафору, почему цены растут, при том, что в общем, и так далее. Вот вы сидите на рынке, да, там торгуете помидорами, вы русский глубоко, да, там или еврей, это не очень важно. Да, там, справа у вас грузин, слева армянин. Все торгуют помидорами, все по 100 рублей. И вот вы торгуете, пришла милиция, да, там армянина и грузин по туску, вас оставили. Что станет с ценами на ваши помидоры? Подрастут. Конкуренция исчезла, да, там, ну куда? Ну, понятно, что они будут 200 стоить. А куда вы от него денетесь? Вот, как это, рядом, может быть, кто-то будет торговать гнилыми помидорами по 50, и тогда, если у всех не будет денег, да, там, у нас будет дефляция даже, потому что у него гнилые помидоры будут покупать. Дима, но в целом понятно, что уменьшение конкуренции. Почему питьевая вода выросла до 30%, и почему кефир вырос тоже практически на 30%. Цена питьевой воды, в первую очередь кефира, чуть в меньшей степени, в значительной степени зависит от упаковки. Упаковка – это импортные технологии. В случае с кефиром это тетрапак, который из России ушел, передал всем технологии, которые дорогие, и все это подорожало довольно сильно. Да, там, в случае PET-бутылки, да, там, это химия, у нас, как известно, цены на нефть выросли, полиэтилен терефталат тоже подорожал. Да, там, стоимость бутылки воды, я так полагаю, стоимость упаковки ее в виде процесса и самой PET-бутылки, это примерно половина, если не больше. Ну, понятно, что она подорожает. Ну, сколько вода стоит? Да, там, она артезианская скважина, чем бы нет. Вот. Вообще упаковка очень сильно подорожала. Там много компонентов, которые подорожали. Вот передо мной ЦБшное соображение о том, вклад отклонения инфляции от 4%, сейчас она у нас 15%. Ну, что они говорят? Они говорят, что плодово-овощная продукция очень мало внесла, да, там, в большую инфляцию. Техника, электроника тоже очень мало, хотя, да нет, совсем мало, практически нисколько не внесла. Плодово-овощная продукция, так, а что внесло-то, да, там, администрируемые цены почти ничего не внесли, то есть государство ничего себе не добавило в инфляцию. А вот что добавило, это так называемые прочие товары и прочие услуги. Сейчас сначала прочие товары, потом прочие услуги. Что делает инфляция? Что делает большую инфляцию? Делала большую. Автомобили, прежде всего, на которых страна помешалась, да, там, у нас происходит, да, по-прежнему происходит процесс большой автомобилизации, а он уже завершается, да, там, но он в регионах гораздо больше виден, люди, у которых не было автомобиля. Хоть война, хоть атомная война, они все равно будут хотеть себе автомобиль, да, там, потому что они ждали этого 100 лет по сравнению с западным обществом, они умирать будут, все равно автомобиль купят. Бытовая техника – это ровно те самые холодильники, стиральные машины, которые русские солдаты тащат к себе в село Бурятия, потому что их нет, да, там все вот это, прочие услуги, ногти, прическа, массаж, логопед, кружки. Всем хочется жить, да, там, говорить, война войной, а потребление по расписанию, никуда не денешься. Вот на это растут цены. И они так просто не упадут, да, там, говорить, на этом месте, потому что от этого, это самозанятость, да, там, говорить, в том числе в регионах, в том числе до большого количества людей, которые, в конце концов, и закопают
то, о чем мы с вами так горестно говорили, да, там, потому что этот мир потребления, на котором мы так страшно ругаемся и так далее, да, там, это и есть тот мир, который прямо противоположен мировой. Газовая война. Вот, Олег Вячеславович, вы только что сказали, что к концу года в результате эмбарго на российскую нефть сократятся, должны сократиться, мы не знаем, будет это или не будет еще, но предполагается, что 95% российской нефти окажется под эмбарго. Однако одновременно с этим началась газовая война, и уже тут такое ощущение, что скорее, так сказать, инициаторы находятся непосредственно в Российской Федерации. Вот объясните, что будет с бюджетом и с доходной частью, прежде всего, бюджета, если не доходы от нефти сократятся там на 90%, а сейчас, насколько я понимаю, в Северном потоке 1, значит, он работает на 20%, да? И, насколько я понимаю, он не очень хочет поставлять больше, чтобы европейцы могли закачать себе в хранилище. Что будет с бюджетом? Ну, понятно, что будет. Он потеряет доходы. Так, а у нас 500 миллионов долларов в год стоит война. В год, в день стоит война. Ну, в принципе, что может Минфин противопоставить? Ну, во-первых, это ослабление рубля, но это может иметь инфляционные последствия в будущем. Мы можем пройти такую вот яму, как бы, не яму, но вот после скачка цен мы все-таки проходим такой некоторый уровень стабилизации цен. Вот в таком плохом сценарии мы вернемся опять к определенному росту цен, инфляционному, и опять Центральному банку придется поднимать ставку. Это один из возможных вариантов. Но предсказывать это довольно трудно, потому что даже, понимаете как, да, возможно, что «Газпром» действительно больше не будет поставлять столько газа, сколько он поставлял. Мы знаем, что добыча упала на 30%, экспорт упал тоже там на какие-то проценты. Зато выросли цены на газ. И выручка-то «Газпрома», насколько я понимаю, не упала. Вот пока, во всяком случае. С нефтью еще более сложная ситуация. Если бы мировая экономика росла, то тогда, наверное, бы эмбарго могло привести к росту цен на нефть. И тогда бы опять произошла компенсация потерь. Но есть один грозный как бы впереди фактор. Это то, что все-таки может так случиться, что будет мировая рецессия. К этому так как бы немножко вроде ситуация идет. И тогда цены на нефть упадут сильно, несмотря на то, что даже Россия не будет поставлять половину своей нефти на рынке. Вот этот сценарий тоже есть. И вот что произойдет, вопрос пока ну, такой очень многовариантный для ответа. Но в принципе, безусловно, Россия будет терять экспортные позиции по сырью. И фактор цен будет по сути решающий для вот состояния бюджета. Дмитрий Бутрет, скажите, пожалуйста, вот вы полагаете, эта газовая война будет продолжаться или решат, что... Не, я вообще хочу эти эпизоды с газовой войной считать глубоко локальным и исключительно инструментальным. Да, там, для меня вообще ведь основная рабочая версия того, что происходит, да, там, что «Газпром» заставляет европейцев запустить «Северный поток-2». И надо сказать, что «Газпром» довольно близок к тому, чтобы добиться успеха в этом действии, да, там, потому что «Северный поток-2» стоит. Он, в отличие от «Северного потока-1», там не надо ничего ремонтировать. Там все новенькое. Он заполнен газом. Дальше, я полагаю, что где-то к осени, где-то к октябрю, да, там, Европе будет предложено, либо вы мерзнете, либо берете газ из «Северного потока-2». Украине при этом можно вообще ничего не перекачивать, потому что Украина, судя по всему, на собственной добыче, Украина довольно большая собственная добыча газа, она сама себя обеспечивает. Тем более, что мощности по потреблению Красная Армия там немножко подсократила, да, там вместе с количеством потребителей, и собирается сокращать и дальше. Не знаю, что будет делать Европа, да, там, скорее всего, ну,
если мы вернемся в 4 года назад, надо сказать, что «Северный поток-2» – это не только «Газпромовский» проект. Да, там, его финансировали западные банки, в него входили западные компании. Он строился по западным технологиям. Да, там, иметь рядом кран с водой и страдать от жажды, потому что второй кран перекрыли. Ну, не знаю, соберется это Европа сделать или нет. Политически ей это совершенно катастрофично. Потому что сначала она построила себе «Северный поток-2», по сути, сама. Потом отказалась от него, потом под давлением строителей снова возьмет его. Да? С другой стороны, ну, европейцы не похожи на людей, которые готовы мерзнуть при наличии тепла прямо по соседству. Потому что «Газпром» добивается именно этого, и это смысл газовой войны. И вот тут, понимаете, я даже не уверен в том, что на этом месте «Газпром» не прав. Можно относиться к этому как к геополитике, да, там, но вообще в общем и целом Европа сама построила себе эту трубу. Не думаю, что это газовое оружие, если оно способно обогревать европейские дома. Да, там, может быть хорошо, может быть плохо, да, там, но я думаю, что «Газпром» близок к тому, чтобы запустить «Северный поток-2», и возможно, что это неплохо. Хотя методы, которыми он добивается, да, там, конечно, варварские. Ну, господи, у нас много варварских методов. А что, Мариуполь как штурмовали не варварские, что ли? Андрей Колесников, вот смотрите, Европа и Соединенные Штаты переживают инфляцию, которой не было с середины 80-х годов. То, что мы видим, что в различных европейских странах вообще чуть ли не двузначные цифры инфляции, в Соединенных Штатах 8 примерно процентов инфляции и так далее, это может привести, конечно, к тому, что на волне недовольства, а мы знаем, что от инфляции страдают прежде всего бедные и средний класс, бедные просто становятся беднее, могут прийти популисты. Вот вы полагаете, Европа прогнется, то, что говорил Дмитрий Бутрин, что значит, «Газпром», или точнее Кремль, Путин продавливают Европу. Понятно, что Европа пока готова замерзнуть, потому что она полагает, что цена человеческой жизни, в том числе украинской, ничуть не меньше, чем цена человеческой жизни в любой другой стране. И не они начинали эту страшную войну. Что скажете? Ну, вы знаете, мне представляется, что все-таки перед лицом того, что произошло в Европе, возобладали не столько материальные ценности, сколько ценности как бы нематериальные, да, то, на чем, собственно, держится все еще существующая вероятность. И при всем скепсисе по поводу Европы, коллективного Запада, как это называет сам Путин, все-таки европейский проект состоялся. И все-таки некие универсальные ценности, которые сложились вот по итогам Второй мировой войны, зафиксированы в ряде документов ООН и Всеобщей декларации прав человека и гражданина, и демократическое устройство этих государств, предполагающее ротацию власти, да, это все-таки работает. И вот эта самая ротация власти, она страхует европейские государства, отчасти, как мы видим, Соединенные Штаты, от катастрофических таких вот, как бы, так сказать, сценариев. И Путин, конечно же, не верит в то, что есть такой вот ценностный подход к происходящему. Он верит в сферу влияния, он верит в интересы. Он полагает, что Европа могла бы пойти ему как бы навстречу. И вообще то, что происходит сейчас, можно было бы оценить как старый спор славян между собой. И не лезть туда, тем более, что он действительно считает Украину сферу своего влияния, своих интересов, и нечего туда было вообще в принципе лезть. Ну, в чем вообще проблема? И если бы туда не лезли, и, в общем, наверное, и войны бы не было. Но здесь вот помешал именно как бы вот этот самый ценностный подход. Коллективный Запад – это метафора Путина, но он действительно как бы существует на негативной основе, на негативном отношении к тому, что из себя представляет как бы путинский режим. Этот коллективный Запад вернулся. Некое единство все-таки есть, несмотря на существующие нюансы.
Безусловно, то, что делал Путин после аннексии Крыма, это были попытки расколоть этот самый Запад, и было на чем раскалывать, да, действительно, популистские движения вырастали, и Марин Ле Пен посетила Кремль, и Путин тем самым обозначил свои вот реальные интересы, свою реальную идеологию, это был такой, была такая, как бы был такой критерий, да, по которому можно было понять, как думает Путин, собственно. Но, тем не менее, Запад не закатился. Состояние после Европы, если пользоваться выражением Ивана Крастева, не возникло. Соответственно, ну вот Путину приходится иметь дело, с чем он имеет дело, и он это, по-моему, понял. А поняв это, он отвязался в еще большей степени, конечно. Сейчас вернуть его за стол переговоров, к разговору на нормальном человеческом языке, ну, практически невозможно. Это уже такое противостояние мифологических героев. Уже остановить его очень трудно, это самое противостояние, и оно, безусловно, как бы носит уже такой эпический, идеологический оттенок. Боюсь, что это очень серьезная проблема, которая может вот эту самую войну превратить в нечто, ну, не то чтобы вечное, но почти вечное. Вот эту гибридную войну, даже если будет заключен какой-то там формальный мир, она продолжится другими средствами. Мы не знаем, как изменится, как говорит Лавров, география этого самого дела. Вот это все обрекает нас на довольно продолжительный период напряженного конфликтного сосуществования с этим самым Западом. Вот как-то так. Сегодня на 10-й конференции «Просмотрение действия договора о нераспространении ядерного оружия», точнее, в обращении к этой конференции, Путин заявил, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. Пометуя, что говорилось, особенно в первые месяцы войны, и что несли путинские пропагандисты на, значит, государственных каналах, а они, я напомню, все время намекали на то, что вполне можем вдарить, значит, и от вас останется, имеется в виду, от Запада останется один пепел. Вот как вы, что это значит, это заявление Путина? Можно сказать, теперь себе все отлегло, разговоры про то, что Россия собирается передавать Белоруссии тактическое ядерное оружие, это все болтовня, и, значит, страхи, что Путин может применить ядерное оружие в случае, если дела в Украине пойдут плохо для российской армии, эти страхи можно оставить. Что вы думаете, Андрей? Я думаю, что это заявление не стоит, значение его не стоит преувеличивать. Вчера он говорил одно, сегодня он говорит другое. Есть какие-то объективные факторы, которые, естественно, сдерживают путинскую Россию, самого Путина от применения ядерного оружия. В теории он, конечно, понимает, что в ядерной войне нет победителя. Это, во всяком случае, человек, родившийся в 1952 году, наверное, он должен где-то что-то, так сказать, в этом смысле понимать. Но это к реальным действиям, которые могут последовать в результате какой-то ситуации, вряд ли имеет какое-то отношение. И бояться ядерной войны, от этого мир меньше не перестанет. Вот социология показывала, что страх ядерной войны, мировой войны, да, ну, естественно, в ней есть как бы ядерный аспект, год от года, начиная там примерно, там, не знаю, ну, после аннексии Крыма, год от года увеличивался в российском населении. Я думаю, этот страх достаточно высок сейчас. Он, конечно, несколько затуманивается и блокируется представлением о нашей мощи, о том, что мы все делаем правильно, мы всех от всего освобождаем. Но этот страх никуда не девается. И то, что, в принципе, сделал уже Путин, говорит о том, что масштабы возможного, они расширяются. Вот, возможно, все, да, в той ситуации, в которой мы живем. Поэтому на такого рода формальный, как на формальном казенным языком написанное заявление, это же, в общем, спичрайтерская как бы такая история, это он мне не вслух сказал, насколько я понимаю, да, это был документ. На это всерьез обращать внимание, ну, к сожалению, довольно трудно. К
Хорошо, что это сказано, проживем этот день спокойно, дальше будем ждать новых заявлений по разным поводам от разных людей. Санкции. Некоторые в западной прессе идет довольно интенсивная дискуссия, и смысл заключается в том, что особенно в Европе, значит, страны Европы пострадали от введения санкций против России больше, чем их эффект в Российской Федерации. Кто-то прямо в лоб заявляет, что Европа выстрелила сама себе, значит, в ногу. Байден говорит о том, что инфляция в Соединенных Штатах тоже результат войны в Украине. Европейцы говорят, зачем нам, что мы, значит, себя хотим заморозить тогда, как России, значит, что слону дробина, все эти санкции. Вот что вы скажете? Все-таки я помню, когда мы с вами, Дмитрий Бутрин, говорили там, по-моему, в марте месяце, когда были введены первые санкции, заморожен золотовалютные резервы половины и так далее. И вы предсказывали, что мы там вернемся на десятилетия назад. Что сейчас вот по санкциям происходит? Они работают или они действительно не работают, и европейцы от этого страдают? Это два вопроса. Да? Там, первый вопрос – это правда ли, что Европа, не знаю, Запад, да, там, условный Запад, да, там, потратил на санкции, получил ущерба больше, чем принес. Да хоть бы и так. Какая разница, да, там, вы же когда не говорите о том, что спасали утопающего, потратили 850 рублей. Какая разница, сколько потратили, да, там, если мы объявляем, что человеческая жизнь бесценна. Тут это действительно некоторая удивительная ситуация в нашей экономике, при которой, ну, что сейчас, собственно, произошло? Исходно мы предполагали, что пик падения, пик обвала придется на второй-третий квартал, после чего, да, там оно потихонечку будет отрастать, мы будем обрастать всякими новыми связями логистичными, закупать какие-то мифические компьютеры в Китае и так далее. Не упали. Настолько не упали. Упали в два раза меньше. Да, там, суть по всему, мы недооцениваем степень огосударствления, инертности и, ну, в общем, инертности, да, там, российской экономики. Она обленилась до крайности, и она очень хорошо умеет делать business as usual. А что происходит? Суть по всему, российские компании, почесав голову, решили, что они не будут менять своей деятельности ничего, кроме того, что они вынуждены делать, да? Поэтому мы используем все те же самые запасы, они истощаются довольно быстро, запас комплектующих. Новые пытаемся закупить, но нам их особенно не продают. Новую технику спрятали, кое-где, да, там, когда придет нужда, достанем, да, там, пока докатываем старую технику. Из-за этого ВВП, да, там, и из-за того, что цены на нефть, конечно, высокие и денег много, ВВП упал не настолько сильно. Зато по всем прогнозам он будет падать дольше. Теперь у нас пик падения приходится, видимо, на первый квартал 2023 года, может быть, на четвертый этого. И потом мы будем еще как минимум год, начиная вот с этого момента, а падаем мы уже, в общем, два квартала падаем. А дальше не будем расти. Чего, собственно, с санкциями не работают? Да, там, говорит, все работает прекрасно. Да? Деньги не ходят. Машиностроение, продукция машиностроения не поставляется. Никаких новых проектов, связанных с тем, что мы должны построить что-то новое и сложное, да, там хоть вообще не заикается. Вообще нет разговора о том, что мы будем сами разрабатывать новые месторождения нефти. Мы никаких не будем разрабатывать. Да, там мы будем только на тех, на которые сидим. В этом смысле санкции работают и дальше будут работать. Да, там, все, кто не верит в то, что они работают, да, там, в любой магазин загляните, да, посмотрите там на случайные. Я вот видел там северокорейские товары сейчас. Да, где? Какие? Знаете, я последние два месяца наслаждаюсь, потому что не северокорейскими, да, там, я обнаружил единственный товар из республики Южная Осетия, непризнанный. Это вода. Ключевая, стоящая примерно как итальянская, совершенно отличная. Как она называется? Эдит, что ли, и так далее. Я, если честно, никогда не верил в то, что в Южной Осетии что-то производится. Мне казалось, что там производятся исключительно бухгалтерские ведомости для российских военнослужащих, больше ничего. Нет, они там поставили линию по разливу воды. Хотя, может быть, это из Италии переклеивают.
из Северной Кореи, что там, господи, какие-то контейнеры пластмассовые я видел в перекрестке, да, там северокорейского производства, я не знаю, зачем это сказать. Видел капусту кимчи, которая стоит чудовищных денег. Очень много южнокорейского товара. Очень много того, что явно лежало где-то на складе, никому не нужно. У нас качество ассортимента сильно качество нового ассортимента сильно хуже. Это сейчас не очень видно, потому что магазины продолжают продавать старые запасы, но обращайте внимание, появилась куча многих новых интересных товаров, у которых этикетки на самом необычном языке. Да, Но какая там разница-то, Дима? Людям какая разница, на каком языке этикетки? Было страшно много страшилок. Вот вы, например, рассказывали, что будет с лифтами, значит, небоскребов. Ну, да, с небоскребов. Ну, кое-где они плохо работают уже, да, там это есть немножко. Это не массово, запчастей нет, их так по-прежнему и не шипят. Да, там новые лифты, компании переданы за тот же самый рубль, по-моему, переданы уже российской компании. Сможет ли российская компания что-то там ладить? Сможет, до сих пор, пока запчасти будут. Потом она будет разрабатывать российский лифт, да, там дальше он будет производство Карачаровского завода. Мы все знакомы с детства с Карачаровским лифтом. Он немножко отличается от лифта Otis. Ну, отличается, правда, да, там говорит. Вот слушайте, лифт... он у меня ходит в подъезде и прекрасно ходит. Да, отличный лифт, в общем, все, так скрипит страшно, да, там говорит, но это его родовая травма, с этим ничего не поделаешь. Значит, будем привыкать к тому, что скрипим, да, там говорит, на этом месте. А какой катастрофы вы ведь ожидали, да? Взрыва электростанции пока нету. Пока нет. Я ожидала, вы говорили, что в больших городах санкции люди почувствуют в июне месяце, в малых городах к концу лета. Что я действительно вижу, что люди не могут починить автомобили, это правда уже заметно. Да. Причем это среди людей моего круга я просто вижу это. Но одновременно с этим я не вижу, чтобы, знаете, что-то резко так пропало. Или рестораны полны, Москва гуляет. Меню сократилось. Москва гуляет, она будет гулять, в общем, хоть она и в 45-м году гуляла, несмотря на то, что... И в 46-м году гуляла, несмотря на то, что голод был. Да, там, гуляют везде. Это ничего не поделаешь, да, там, хоть человечество в массе, это может быть индивидуально морально, да, там, но в массе человеческое цинично. А так, ну, собственно, чего, да, там, хоть если у вас не чинит машины, как долго у вас будут ездить автобусы? Что, там запчасти какие-то другие, да? Хорошо, автобусы, может быть, как-то и напряжемся, да, они, в конце концов, в Китае делают. А бульдозеры? Это что, не те запчасти, да, там, если у вас не могут отремонтировать машину, почему у вас могут отремонтировать бульдозер или экскаватор? Пока живем на запасах, да, там, запасы истощаются уже довольно радикально. Не знаю, может, кто-то не почувствовал, да, там, но я как-то хорошо почувствовал, да, там, на этом месте. То есть приличное количество того, что я мог бы себе позволить, да, там здесь просто не существует в природе, и все, это не только автозапчасти. Правда, смешной момент, да, там на все, что исчезнет через некоторое время, сейчас большие скидки. Сейчас большие скидки, да, там то есть вот остатка ассортимента видно, что люди, которые торгуют, да, там где они понимают, что новых поставок не будет, и от этих надо избавляться как можно быстрее. Поэтому в магазинах сейчас бывают довольно смешные цены. Торопитесь, потому что, ну вот сегодня я зашел себе там купить, кажется, носки, да, там в магазин, и как-то раздумывал, я говорю, я потом зайду, он говорит, вы потом не зайдете, мы 20 августа закроемся. Я думал, что не закроются, да, там но я купил. Олег Вячеславович, что вы скажете по поводу санкций? Ну вот для меня и для людей моего окружения, конечно, то, что банки стали работать ужасающим образом, это наиболее заметная вещь. И то, что машины стало трудно чинить, и все предупреждают, не бейте фары, а я имею обыкновение, значит, вдарить куда-нибудь там в стенку, вот, потому что фары не найдете. Санкции работают, но работают так, как они как бы должны работать. Просто, может быть, в марте
были такие немножко панические ожидания, они были основаны на традиционных как бы экономических воззрениях, что вот заморозили резервы, значит, рубль должен там упасть, потому что будет резкое сокращение экспорта, потому что Россия попадает в изоляцию. Рубль упадет, резко вырастут цены, ну и так далее. То есть представляли себе модель такого макроэкономического разрушения в традиционных терминах, а оказалось все не так. Оказалось, что на самом деле импорт упал, а не экспорт. И этого никто не ожидал. Санкции. Мы сейчас действительно живем во многом на запасах, на финансовых подушках, которые у предприятий были очень хорошие с прошлых лет, особенно с 2021 года. И они способны платить зарплату, может, там 2/3 зарплаты, когда производство сократилось там в существенной мере. До тех пор, пока сохраняется большая выручка от экспорта, санкции не будут очень такими как бы ярко выраженными, они будут действовать достаточно долго. Я, кстати, взглянул на графики. 2014 год, там же тоже были санкции введены из-за Крыма. И в 2014 году валовой внутренний продукт страны еще даже вырос, правда, немного, на 0,4%, а вот в 2015 он почти на 4% упал. Вот яркий пример, как введенные санкции, не такие жесткие, как сейчас, конечно, можно не иметь смысла сравнивать, но они привели затем к экономическим проблемам. Вот сейчас, я думаю, что примерно такая же картина будет. Мы, собственно говоря, 2023 год будет очень показательным, и тогда можно будет цыплят подсчитывать. Действительно, никакой катастрофы не будет. Понятно, что речь идет просто о постепенном ухудшении ассортимента, качества, конкуренции, снижении там, технологической конкурентоспособности страны. Вот о чем идет речь. Такое как бы примитивизация и упрощение экономической жизни, что, кстати, как бы уже в свое время мы проходили. Поэтому как бы... Вы имеете в виду когда? Это, в общем-то, Советский Союз. Вот это, ну, я не говорю про 90-е, когда как бы были тектонические сдвиги во всем. Вот. Так что вот как бы... Действительно, был такой момент, я согласен, в март месяц, когда казалось, что все будет достаточно гораздо страшнее. Но это было в шаблоне как бы такого восприятия. Это когда падает рубль, бежит капитал, значит, соответственно, резко растут цены, ну и как бы, естественно, падает валовой внутренний продукт. Оказалось, все наоборот. Окей. Последний у меня остался для... Да, конечно. Я говорил и в прошлый раз, и позапрошлый раз, да, там говорит, что тем не менее катастрофы, связанные с поставкой отдельных комплектующих, да, там какие-то катастрофические остановки, и уход на технологии 70-х годов, да, там какие-то как минимум, да, там какие-то возможно и вероятно. Это никуда не делось, с моей точки зрения. Я не очень понимаю, почему отдельных, которые сейчас уже должны появиться, кейсов по этому поводу нет. Возможно, мы их не видим, возможно, мы переоценим этот эффект. Но все экономисты, с которыми я говорил, говорят, что этот эффект есть, он должен работать, и он не может не работать. Будем смотреть, почему он медленно развивается, да, там говорит, ну, у нас вообще все медленнее развивается, чем мы ожидали. Это правда, да, там говорит, но я не готов сказать, да, там говорит, что все, что я говорил в прошлый раз, это ерунда. Аргументация остается той же самой. Кстати, не спросила вас, летать-то на чем будем? И будем ли вообще летать? И как страна на 11-часовых поясов будет связана между собой, если сухой может долететь только до середины, пардон, не Днепра, а Урала? Да. Хочу, у нас немножко смягчили санкции, чуть-чуть собираются смягчать санкции, я думаю, что именно в области авиации у нас будет тот же самый фокус, что с Ираном. На Иран вводились аналогичные санкции по авиаотрасли.
они тоже летают на старых Боингах и на старых Аэрбасах, но сейчас мы не можем получать запчасти. Я думаю, что запчасти к осени нам немножко в России открутят, да, потому что никому не нужно, чтобы эти Боинги и Аэрбасы падали из-за того, что мы ставим туда самодельные детали. А это уже не 2 года существования авиаотрасли, а, видимо, лет 5, ну, иранцы вот 10 лет испытаются летать. Здесь не такие уже звери на этом Западе, вернее, совсем не звери, да, там хоть они заботятся, в том числе о русских авиапассажирах, да, там хоть я думаю, что здесь что-то открутят. По крайней мере, следы этого есть. Да, совершенно согласен. Новых самолетов у вас не будет, позиция Запада, но кое-какие запчасти будут, потому что, ну, как бы, иначе это просто антигуманно. Поэтому, да, действительно, это будет иранский сценарий. Если... То есть авиапарк восстановится, который был? Он не восстановится, он будет стареть. Стареющий авиапарк требует больше внимания, больше запчастей. Безусловно, будет расти риск. Как бы здесь не изворачивались, но это объективно. Но это действительно время. То есть там действительно сначала казалось, что год-два, и надо будет разбирать самолеты. Да, и с другой стороны, лизингодатели, которые дали эти самолеты, они тоже не очень, наверное, заинтересованы в том, чтобы их разбирали. И лучше дать немножко запчастей. Окей, хорошие новости. Итак, последний мой вопрос. Андрей Колесенко, вы сказали, что делать прогнозы, мы не знаем, что будет через минуту, это правда. Совершенно не знаешь, утром к тебе придут или не придут, это тоже правда. Но... Я понимаю, что это, так сказать, непопулярное занятие. И тем не менее, вот с вашей точки зрения, что нас ждет к концу августа? Август у нас традиционно горячий месяц такой. И к концу года. Что скажете? Ну, как мы видим, мы переживаем не классический кризис, где все развивается не так, как предполагалось. Местами медленнее, местами быстрее. В политической сфере могут происходить очень быстрые скачкообразные события, экономика деградирует медленнее, чем мы предполагали. Поведение людей тоже очень специфическое, и едва ли кто-то мог прогнозировать, как вот люди сейчас воспринимают эту войну уже как рутину, и существенная часть населения живет обычной жизнью и мало обращает внимание на то, что все меньше и меньше обращает внимание на то, что происходит на фронтах. Поэтому мне представляется, что август мы как-то вот все-таки пройдем нетрадиционно, без каких-то вот событий, которые мы уже в августе привыкли, да, как ни странно. Хотя, ну, вот, действительно, идут боевые действия, и, возможно, совершенно неожиданные события, и попадание туда, куда, в общем, попадать не следовало бы, что может вызвать очередной кризис, усиление кризиса в отношениях России с тем же самым Западом, с той же самой Украиной, и когда опять покажется, что, ну, никакие мирные переговоры невозможны после того, что вот сделано, допустим, той или иной ракеты. Конечно, очень трудно предсказывать, что будет к концу года. Здесь я всегда придерживался теории, что самый вероятный сценарий плохой инерционный в развитии, в принципе, на долгих расстояниях Российской Федерации, что примерно и происходило. Мы деградировали в течение долгих лет на одни одномоментные. Здесь скорее переход количества в качество произошло. Но, во-первых, мне представляется, что сценарий развития событий к концу года, он пессимистический. Я не думаю, что у нас появятся основания для оптимизма, ну, например, с точки зрения выстраивания какого-то внятного мирного процесса. Но, повторюсь, даже если он будет происходить, все равно риски провалов назад, как бы к военному состоянию, к этого самого конфликта, продолжение гибридной войны, ну, это абсолютно неизбежные вещи, это просто надолго. Риски ухудшения внутриполитического состояния страны, ну, они существуют.
станут меньше обращать внимание на внешних врагов, займутся недобитыми внутренними. Такое тоже возможно. Возможно, будут параллельно идти эти треки. Борьба и с внешним врагом, и с внутренним. Она необходима. Кругом предатели, как нас учат первое лицо, как нас учат спикер парламента и все прочие господа. Так что, возможно, некое продолжение, медленное продолжение деградации во всем. Возможно, скачки вот, как бы в худшую сторону. Какие-то, вот, возможно, проблески надежды и оптимизма, которые потом будут гаситься какими-то нехорошими событиями. Вот я не вижу никаких проблесков сознания в буквальном смысле слова со стороны российского управленческого класса. Абсолютно. Готовы адаптироваться, готовы это все терпеть, готовы управлять еще хуже, чем они управляли до того. Думаю, что есть у них как бы некий оптимизм, как раз связанный с тем, что экономика не обрушилась. Как, собственно, есть оптимизм в широких массах, потому что вот индексы потребительских настроений, они пошли вверх. Потому что массы увидели, что, в общем, ну, в принципе, жить можно, и значит, настроение тоже улучшается. Что не означает, что они потом не начнут обрушаться, но, тем не менее, сейчас факт остается фактом, потребительские настроения хорошие. Но эти проблески оптимизма, я повторюсь, они будут, конечно, гаситься некими пессимистическими событиями. Депрессивная волна будет увеличиваться? Вот было бы что уже репрессировать, но сейчас как бы репрессируется первый ряд политиков и, скажем так, фигур, влияющих на общественное мнение. Но есть второй и третий ряд, его тоже можно, в принципе, защищать. И поскольку машины действуют достаточно механистически, и этой машине бюрократически нужно еще действовать. Ну что, Минюст остановится, он перестанет выдавать по пятницам группы иностранных агентов. Он может остановиться на какое-то время, как уже было. Но потом он вернется к своим пятничным ритмичным телодвижениям, упражнениям. Окей. Дмитрий Бутрин, 30 человек из числа, значит, российского Форбса, которые оказались под санкциями, подали различные иски и обратились напрямую в Европейскую комиссию или подали в суды и так далее. И когда ты говоришь с экспертами, они говорят, что, в общем, шансов на то, что они выиграют эти иски, очень небольшие. Вы полагаете, что вот эти люди, которые потеряли миллиарды долларов за последние полгода, они будут продолжать терпеть всю эту ситуацию безмолвно? Очень безмолвно. Сейчас от них вообще даже не слышно, за исключением Тинькова, по-моему, ни один друг, больше никто, собственно, не высказался однозначно по поводу этой войны. Кинтели – это категория людей, насколько я могу судить. Эта категория людей, да, там, не привыкла к тому, к чему привыкла наша администрация президента. Да, там, хотя не привыкла обращаться к народу, не привыкла заигрывать с народом. Она не привыкла манипулировать общественным мнением. Это то, что непрерывно приписывалось, да, там Гутини занимается совсем другими делами. Что приближенные к Путину, что не приближенные к Путину, да, там, что случайно попавшие под санкции, что по ошибке попавшие под санкции, что в ходе несправедливости попавшие под санкции. Там есть очень разные категории. Да, там, всех в этом смысле объединяет то, что в народ и в прямой разговор с народом, да, там, они не видят. Поэтому, как это... За они войну или против они войны, да, там быть, они орать не будут и спрашивать нет, по этому поводу никто не будет. И поэтому, если вы думаете, спрашиваете о том, будут ли массовые выступления в Фейсбуке, в ТикТоке и в Ютубе олигархов из Форбса, нет, я думаю, что не будет. Да, там, себе хуже специально делать, зачем им это надо, да, там на этом месте. Но все, кому надо знать, что они по этому поводу думают, в том числе в Кремле. Все прекрасно знают, что они по этому поводу думают. А ждать, что они будут травить
первого заместителя какой-то управления внутренней политики, от которого много что зависит, да, там, к этим французским вариантам новичка, купленного где-то у арабских террористов, я не жду, да, там, к этим заговорам, они и к генералам, да, там, командующим, с предложением повернуть танки на Москву, они тоже вряд ли пойдут, да, там, мнение их по этому поводу, в общем, ну, более-менее понятно, да, там, их с одной стороны бизнес разрушает, да, там, и с другой стороны бизнес разрушает. Часть из них фаталисты и говорят, что, ну, значит, так получится. Да, там, часть из них возмущается. А не надо видеть в том, что мы называем олигархами, да, там, с подачи, по большей части этот термин появился, этот термин олигархи появился авторство КПРФ, да, а это потом его уже Немцов покойник, Царство Небесное, подключили и так далее. Да, но вот слово олигархи, да, там, им применяется сейчас. А ждать, что олигархи устроят нам военный переворот и спасут нас от нехорошего режима, я как-то исходно не ждал, да, там, и сейчас уже, ну, опять, их ресурсов таких уже нет, да, там, спасибо Еврокомиссии, спасибо администрации президента. Я очень скептичен по поводу того, что общество готово хоть немножко подумать по поводу того, кто такие олигархи, что такое у нас частный бизнес, да, там, чем все эти люди занимаются и почему они делают то, что делают. В условиях войны это размышление для русского народа неуместно. Да и при чем тут русский народ? Потом хорошо бы, чтобы они думали, это называется социальной ответственностью во всем мире, Дим. Наверное, да, там хоть. Ну вот Пинчук занимался социальной ответственностью. Поинтересуйтесь, как у него сейчас отношения с воюющей Украиной. Да много кто занимался социальной ответственностью, хоть и видел, да, там хоть. Ну что подразумевает социальной ответственностью? Хоть бегать как бельгиец, объяснять всем, да, там хоть, что он отдаст все свое состояние на благотворительность. Я видел много благотворительности, да, там, которым занимались эти люди, в культуре, да, там, у нас не очень принято ходить и орать, да, там, о том, что я выдал вот такое. Да, там это действительно разница культуры, да, протестанты демонстративно выставляют на этом месте протестантской культуры, демонстративно выставляют свою благотворительность, да, там, у нас этого не делают. Это не значит, что Блаватник не построил школу управления в Лондоне, да, там, почему он ее построил в Лондоне, да, потому что в Москве она не нужна. Она не там. В Лондоне, может. Только в Оксфорде. В Оксфорде, да. Ну, в UK. Да? И это не маленькие деньги. Я что-то не видел Блаватника, который ходил и размахивал флагом. Я потратил столько лет на улучшение дел во всем мире. Да? Работает штука на всем мире. Много кто чем занимался на этом месте. И с социальной ответственностью я бы не сказал, что они у нас такие зубастые. Блаватник – гражданин Соединенных Штатов и Великобритании. Он никогда не был гражданином Российской Федерации. А родился он в Одессе, в Украине. Так, апропо. Олег Вячеславович, а вы думаете, что ждать в ближайший месяц, а потом к концу года? Что будет? Ну, в принципе, я как не смотрю на это так, что в экономике ничего особенного не произойдет на такой короткий срок. То, что касается военной операции, тут трудно предсказывать. Есть, наверное, военные эксперты, которые там выдвигают всякие сценарии. Но они в таком краткосрочном плане все равно на экономическую ситуацию в России в таком август-сентябрь сильно не повлияют. Я скорее бы смотрел все-таки на конец года и на 2023 год. Мне кажется, это вот будет такое время, когда вот станет понятно, на что может рассчитывать российская экономика и ее граждане в ситуации, если военная операция ну, как бы не претерпела качественно каких-то изменений. В лучшую сторону, естественно. Вот тогда будет ясно. Сейчас мы переживаем такой временный период стабилизации, который, в общем, достаточно легко объяснить. А вы думаете, политические репрессии будут усиливаться, Олег Ильич? Трудно сказать. В принципе, здесь я так считаю, что внутренние политические проблемы сейчас решены. Ну, с той точки зрения, что оппозиция, ну, не имеет большого голоса в стране, не имеет. Большого... Вы хорошо сказали, большого голоса в стране. Никакого, она сидит. Да.
Ну, я так образно выражаюсь. И как не имеет большого влияния на настроение в обществе, я бы так сказал. Вот, поэтому, собственно говоря, какие-то дальнейшие репрессии, они могут просто, может быть, действовать в какой-то своей внутренней логике, как это было в некоторые прошедшие периоды нашей истории. Вот. Но предсказать не берусь, будет ли это. Ну, вам страшно? Да нет, я как-то считаю, что... Ну, понимаете как, боится тот, кто выходит с флагом на фронт. Ну, или бы он, наоборот, не боится, а идет как бы с удовольствием на такой бой. Вот, я бы так сказал. А таких... Я вот никуда не выходила, получила 790 тысяч штрафа и иностранного агента. Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо к всем, кто нас слушал. Нас одновременно слушало больше 3650 человек, что очень хорошо. Спасибо, кто за это время поставил лайки, вы сейчас можете это сделать. Спасибо, кто подписался, спасибо, кто перевел свои донаты. Это очень... Вот, Виолетта, спасибо вам большое. И спасибо большое Андрею Колесникову, Дмитрию Бутрин и Олег Вьюгин за участие в этом итоге сезона. Я дальше буду приезжать и уезжать, я буду как-то появляться, но думаю, что на какое-то время я все-таки передохну. Моя нервная система не выдерживает этого нон-стоп. Все, пока-пока. Спасибо. Спасибо.